Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Айдарю. Я сегодня буду играть в Симпсоны Аркада мобильной версии. Так ты играл, но без комментариев. А на этот раз я буду с комментариями. Надеюсь, то, что будет хорошо слышно музыку из игры. И то, что вам понравится. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Так, Симпсоны. Включить звук. Плут Симпсон. Денежка вот в игровой автомат кладет, а сам убирает резко. Фокс Мап. Грация Фильмс. Так. Симпсоны. Аркада. Нажмите кнопку. Так. Об игре, наверное, сначала. Или опции. Опции. Посмотрим опции. Звук включен. Вибрация выключен. Язык. Ну, понятно какой. Так. Об игре. Симпсоны Аркада. Симпсоны. 2009 год. Твентайнч, центру Фоксфильм Корпорейшн, все права защищены. Бинки Характер, ТМ и С, 2009. Мат Гроеринг, Продакшнс, все права защищены. Гамма Софтвайр, 2009, Electronic Arts. Логотип Я является товарными знаками или зарегистрирован товарными знаками Electronic Arts. Все США и или других странах. Все права защищены. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Хочется сказать спасибо эксперименту Роберт в EA Play Lab, нашему дирижеру, который хранит дух 80-х. Конечно же, Т. Прайс с его неубиваемым гением и ребятам из Грации за то, что все что еще раз попытались сделать мир мобильных игр лучше. Пожалуй, это самая лучшая мобильная игра. Разработана Iron Monkey Studios. Музыка Алекс Майлер. Версия 4.7.4. Служба поддержки. Высылайте письма на help@eamobile.com. Ну, все понятно здесь. Помощь. Так, новая игра. Project Operation Mission. Мистер Бернс организовал секретную группу, куда входят наиболее влиятельные горожане Спрингфилда и Красти. Они дали Вейлону Смитерсу секретный чип с планами проекта оперативной миссии. Операции по захвату Спрингфилда. Засунули в пончик. Уверяю тебя, все будет хорошо. А теперь выйди на середину проезжей части. Заманчиво. Довольно подозрительно. Ну ладно, выйдем. Гомер Симпсонс. Насвистывает что-то себе. Центр Спрингфилда. Неожиданный пончик. Бей его! Пончик настолько хорош, что за него и убить можно, да? Ну, поехали. Я буду ударять пятеркой, скорее всего. А чё? И куда? Всё.
Наш Симпсон застрял. Вот тебе игра. В общем, все, это игра. Уходим отсюда. Так. В общем, игра не задалась. Я ухожу. И буду играть UMK3. Ну, я его удалил заново. Поэтому у меня настройки спрашивают. Так. Музыка. Музыка. Вибрации нету. Сложный, как всегда. Стандартное расширение. Стандартная аркада. Так. Аркада. Я буду играть в аркаду. Но настройки надо поменять. Я тут заметил одну виртуальную клавиатуру. Сменить раскладку. Телефонная. Вот, она, мне кажется, самая удобная. Ладно, начнем. Ну, тут Шалкан уже недоступен. Сыграю за Китану. Мастер. Китана обвиняется в измене высшим судом внешнего мира. После убийства своего клона Милены Шаокан отправляет отряд воинов с наказом поймать приемную дочь и доставить ее живым. Но сперва Китана должна найти королеву Синдал и рассказать ей правду о прошлом. Почему я решил сыграть за Китану? Потому что видео с ее именем не было. Блин. Тем более еще кто-то у нас просил МК. Так. Так, не нажал. Камбана 6. Со стороны Sony. Моя камбана 4 была. Бы. А теперь на 6. Я Sony решил не убивать. Мне что-то ее жалко стало. Так. Sub-Zero. Назад. Я обещал развлекалочки Universal, что сыграю с комментарием. Вот я играю с комментариями. С Симпсона у меня не получилось. Зато я сыграю сейчас за Китану. Я сделаю фатальти. Зеленая кровь. Ну, значит, после удаления это не изменилось. Обычно еще бывает то, что изменяется там. Веер против... Ну, не веер сам, а...
Сейчас. Притяжением веером, когда противник на земле, почему-то здесь не срабатывает. Хотя в оригинале он должен срабатывать. Блин. Как сейчас бы красиво было, если бы не заблокировалось. Фатальти. Зеркальный матч. Ну, давай прыгай. Так. Все-таки веер это зря я сделал. Ладно. Мне нравится, как Китана комбит. Симпатично. Комба маленькая. Сейчас надо фатальти выполнить. Но здесь мне повезло с таймингом. Сейчас что-то было немножко не то. Ну, имеется в виду назад. Он... Так. Так, схватил, ладно. Масло вытекает из Ксайрекса. Скорпион. Так, от Скорпиона, я помню, я часто умирал. Так что нельзя недооценивать Скорпиона. Он хорош. Так. Ну, единственное, что обидно, конечно... За Китану то, что ее два раза обделили. Сейчас я обделяю ее, играя за нее. И тогда, когда за нее играл. Ну, считаю, я Скорпион сохранил жизнь. Китана великодушна. Поймала. А теперь я поймал. Комбан 4. Ну, потому что я не рискнул. Так.
Поймал меня. Ну, комбайн такая большая, 10%. Это даже не комбайн, это так. Отлетело просто. Так. Камбан 4, но хотя я пытался сделать. Блин. Расстояние не то. Мог и попасться. Так, ладно. Ой-ой-ой. Фаталити. Зеленая кровь на кладбище. Показывает, что я убил зомби. Следующий эндуранс раунд. Так, захват. Мы не захват уж, а... Просто я хотел сказать, что в моих руках. В моих китановских руках был Лю Кэнг. Блин, я пытаюсь сделать. Перебил мою комбу. Я пытался сделать. Так, ладно. Будем так. Значит, если они не хотят по-хорошему, будем их комбой убивать. Они все равно тупые. Искусственный интеллект. Но я не даю просто им дышать. Вот и все. Они, может, и не тупые. Но я дышать им не даю. Забиваю комбой. Так, Лю Кэнг решил меня проучить, значит. Сейчас Саб-Зиро тоже получит, и все они получат. Сейчас опасно сделал, но красиво. А теперь Китан не пожалеет никого. Даже Скорпиона. Шаокан, я не помню, как я боролся с Шаоканом. Хотя это было не так давно. Так. А, с веером, по-моему, я делал. Да-да-да, все вспомнил. Вроде я веер кидал. Но с таймингом каким-то. С расстоянием. Так. В принципе, я могу найти это расстояние. Так. Так, так, так. Прыгай.
Не так высоко прыгнул. Вот теперь хорошо прыгнул. Слишком близко подошел. Слишком близко тоже не надо подходить. Я помню. Но здесь не так высоко прыгнул. И все провалилось. Все провалилось. Чистая победа Шаукана. Но если у меня получится... А, у меня стала сама прыгать. Мой персонаж сам стал прыгать. Нет, теперь не прыгает. Ну, это можно найти, можно найти. Самое главное здесь найти расстояние повыгоднее. Не так далеко прыгнул. Так. Сейчас будет. Расстояние только найти и все. Чтобы получилось с расстоянием. Здесь что-то не получилось, хотя вроде все удачно должно было быть. Блин, сорвалась. Неудачно. Блин, я же нажал на веер. Но есть попроще победить. Вот. Самый простой способ победить. Тут комба. Только комба. Ё-моё, и разорвалась комба. Неудачно было. Так. Сейчас удачно было. И сейчас удачно было. А в принципе, можно и так же. А, нет, он иногда блокирует. Иногда блокирует, иногда удар приходится по китане. Так.
Вот, все, поймал. Вот если я поймал, то уже все, надо как-то... Все, надо удержать победу. Теперь надо удержать победу, все. А удержать победу я собираюсь хитрым способом. Вот так он приближается, я подножку делаю, и все. В принципе, со всеми персонажами можно так пройти против Шаокана. Я таким способом проходил за Лю Кэна. Потому что не видел способа. Китан Уинс, Шаокан повержен. Вы чемпион Ultimate Mortal Kombat 3. Поздравляем, вы разблокировали новый персонаж. Теперь Шаокан доступен. Так. Китан Уинс. Китана ускользает из когтей Шаокан и прячется на земле. Она благополучно избегает покушения рептилий и объединяется с бывшей соратницей Джейд. С помощью воинов земли Китан находит Синдал и настраивает ее против императора. С поражением Шаокан земля возвращается к нормальной жизни, как и королевство Эдени. Китанов неоплатный долгу перед своими земными друзьями. Теперь она правит новой Эдени. Совместно с королевой Синдал. Чуть не сказал Китана. Оригинальная команда дизайнеров игры: Эдвард Бун, Джон Табис, Тони Гаскай, Стив Берн, Джон Вогель, Дан Форден, Дэйв Мишициш, Warner Bros., режиссер Праудмант, Энтони Кампагна, главный продюсер Натан Филдман, NetherRealm Games Team, исполнительный продюсер Шаун Киммерлик, главный продюсер Ханс Лоу, продюсер Хектор Санчес, консультанты по дизайну Паулу Гарсия, Бриан Леверон, Эдвард Ферриер, Джон Эдвардс. Я напишу свое имя, что ли, тогда. Или Китан лучше напишу. Ну, Китан напишу. А то я ее обижаю, обделяю каждый раз. Хотя мой любимый персонаж, между прочим. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Китан Уинс. Ладно. Я выхожу из игры. Всем пока, всем спасибо. Приятного вам просмотра. Выйти.